было плотно. И, по-моему, так ноги-то загуляли, да, у Пучеты? Да, 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 да. И вот еще раз попал. И достает. Это вариант, Глеб, это шанс. Глеб почувствовал, что может быть досрочная победа. Еще раз попадает. Зажат в углу. Емельяно Пучета, у него большие проблемы. И Глеб Бакши обеспечивает его новыми проблемами, еще большими. А еще минута целая до гонга. Это много. И все. Бой завершен. Поздравляем, ну, что и требовалось Бакши доказать, друзья. Глеб Бакши провел хороший, яркий поединок. И ждем его дальнейших свершений. Да.